Финпол подвел итоги первого этапа аттестации. Сегодня финансовые полицейские рассказали представителям средств массовой информации о ходе проведения внеочередной аттестации в профильном ведомстве. На брифинге обсудили вопрос кодекса профессиональной этики органов финансовой полиции. Айда Ибраева расскажет подробнее. По итогам аттестации из 194 сотрудников 139 защитили свои звания, 22 были понижены в должностях, 16 полицейских были переведены в другие области, один сотрудник остался в резерве, а 8 сотрудников были уволены. 94 сотрудников, которые подлежали здесь, в Караганде, прошло аттестацию 186. Вот. 8 человек у нас не проходило, ввиду того, что 2 были на больничном и 6 человек находились в командировке. Из 186 сотрудников, из 5 пунктов, по которым принимались решения аттестационной комиссии, по первому пункту, то есть с выдвижением в кадровый резерв, был выдвинут один сотрудник. Скоро начнется второй этап аттестации, который будет состоять из 4 этапов. Психологический тест, спортивная подготовка, знание законов и собеседование. К прохождению аттестации уже готовы 14 сотрудников финансовой полиции. Отправной точкой в действиях любого полицейского должен быть кодекс чести. Кодекс профессиональной этики сотрудников органов финансовой полиции, состоящий из 5 разделов, вышел в 1998 году. А новый кодекс состоит из 14 разделов. Кодекс чести государственных служащих Республики Казахстан, утвержденных указом президентом Республики Казахстан 3 мая 2005 года и также с учетом положений Европейского кодекса полицейской этики. Данный кодекс состоит из профессионально-этических норм, определяющих нравственные ценности, обязательства и принципы службы в органах финансовой полиции, стандарты антикоррупционного поведения сотрудников. Кодексом чести, как его называют сотрудники полиции, устанавливаются требования к внешнему виду сотрудники при исполнении служебных обязанностей, как в форменной одежде, так и в гражданской, его отношение при управлении автотранспортным средством и отношению к служебному удостоверению. Мирамгуль Салкимбаева, Аида Ибраева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.